Лайфу стало известно о миллиардных инвестициях Арабских Эмиратов в экономику России. Первыми на очереди стоят проекты реконструкции аэропорта Пулково и строительство двух высокотехнологичных онкологических центров в Подмосковье. Объявят о сделках по покупке российских активов на Петербургском международном экономическом форуме. Такие проекты взаимовыгодные. Именно с Объединенными Арабскими Эмиратами у России сейчас складываются самые тесные отношения среди всех стран Персидского залива. В результате арабские инвесторы стали частично заменять европейских.